Здравствуйте, меня зовут Амирбек. Я учусь в курсе Android. Начался третий месяц, мы начали изучать язык Kotlin. В течение двух месяцев мы научились писать на языке программирования Java, сделали простую игру Flappy Bird, а также научились тому, как работает большинство языков программирования. Курс Android я выбрал, потому что хотел программировать для платформы Android, так как совпадает с моими целями. Во время урока я делал небольшие проекты, такие простенькие игры делал для того, чтобы улучшить свое понимание о языке программирования, а также улучшить свою логику. Сделал такие простые игры, как Pong, Flappy Bird. Естественно, с помощью учителя это было намного проще. Профессиональный Android-разработчик должен быть способен выполнить большинство заказов на фрилансе, мог быть самостоятельным, и также должна быть минимальная внешняя помощь, чтобы выполнить какие-либо проекты. Я рекомендую сначала в интернете ознакомиться вообще, что такое программирование, что для чего это нужно и где это используется. Дальше посмотреть, какие есть направления, и решить для себя, что ему важнее. Затем посмотреть, где можно этому научиться. Жизненный девиз – это никогда не сдаваться, даже если на пути какие-то стоят очень большие проблемы. В дальнейшем я собираюсь стать фрилансером и выполнять заказы онлайн. В приоритете будут заказы для Android-разработки.